Всем привет, друзья! Сегодня у нас будет распаковочка. Давно ничего не распаковывала, и сегодня я распаковываю посылочку с мыльного обмена. Мы с ней уже обменивались в том году на Новый год, а в этом году решили обмен сделать на 14 февраля. Посылочку, которую отправила я, и вы уже можете посмотреть на ее канале. А свою я сейчас буду распаковывать. Итак, открываем. Меня уже удивляет, как все красиво просто. Конечно же, первое, что мы здесь видим, мыло ручной работы. Посмотрите. Мне уже стыдно перед Сашей, что она мне такую красоту отправила, и мне уже кажется, что я ей не такое все классное отправила, как она мне. Это все она сделала сама. На самом деле, когда она мне сказала, что пришлет мне мыло, которое ее ручную работу, я его немного себе по-другому представляла. Но его так много, оно все такое красивое. Смотрите, снежиночки. Здесь вообще двойное. И пахнет вкусно. Гелем для душа таким каким-то. В общем, косметически приятный аромат. Обязательно посвящу всем этим мылкам огромное отдельное видео на ютубе. Давайте начнем распаковывать. Мне уже не терпится посмотреть. Давайте начнем с маленькой малышки. Вот такой вот. Очень красиво все упаковано. Так, что у нас здесь? Что-то яркое и желтое. Это Олис. Ого, у меня еще таких не было. Запах практически не чувствую. Я думаю, когда мылить будем или что-то с ним делать, то он раскроется. Так как оно, видите, вообще сухое, то запах не такой яркий. Так. Смотрим дальше. Давайте сначала самые маленькие откроем, потом самые большие, чтобы было интересней. Тут тоже что-то яркое. Ваниш, ого! Я такое мыло видела, но никогда не покупала. Поэтому оно у меня будет впервые, в принципе, как и это, и как вот это. Как и все пока что здесь, в этой посылочке. Давайте откроем, посмотрим, какое же оно внутри. Я аккуратненько буду открывать. Оно такой формы необычной. Блин, прикольно, смотрите. Мягенькое такое. Пахнет уже, сюда чувствую. Да, ванишем. Вкусно, люблю такие запахи. Порошковые, химозные, насыщенные. Так, спасибо большое за это. Кладем его тоже сюда. Дальше, дальше, дальше. О, тут уже само оно мне открылось. Ага, это Johnson's Baby с папайей. Очень редко беру это мыло, хотя оно хорошее. Ну, как-то у меня руки до него не доходили, но теперь вот будет. Класс. Пахнет вкусно. Сладенько, соком таким. Так, сложим, ложим. Что же у нас тут дальше? Что мне открыть дальше? Давайте вот это. Тут что-то. В коробочке трясется. Ну, не могу предположить, что это может быть. Дав. Люблю Дав. Класс, особенно вот это люблю. Она с такими крапинками. Ну, я знаю, думаю, как оно выглядит. Открывать пока что его не буду. Так, кладем. Далее давайте вот это. Тоже, ну, по форме вообще не предугадать. Пока что все мыло супер крутые. Это тоже Джонсон, что ли? Тоже Джонсон, походу. Класс. Парочку в дополнение к этому, да? Смотрите, какая прелесть. Кокос
И персик. Такого я даже не видела, на самом деле. Хочу его откроем. Оно белое. Хочу только его запах послушать. Ого, прям белоснежно. И сухое. Походу, это какой-то Сашиных личных запасов. Потому что я такого не видела даже. Пахнет вкусно. Кремово тогда, кокосово чуть-чуть. Ну, удивительно, если бы в этой посылочке не было ни одного мыла с кокосиком. Так, давайте дальше вот это. По форме похоже на Сейфхард. Ой, сейчас чихну от мыльной пыли. Да, это он и есть. Сейфхард, причем розовый. Он очень вкусно пахнет. Он классного розового цвета. Обожаю такое мыло. Дальше. Вот это такой крупненький брусочек. Похож по форме на вот какой-то хозяйственный, например, от Невской косметики, возможно. Но это лишь мои предположения. Сейчас узнаем. Блин, это все упаковано классно. Нет, это далеко не хозяйственное от Невской косметики. Это Мариголд. Это очень классное мыло. Блин, спасибо большое. Такие все мелки крутые. Посмотрите, какое. Какая упаковка. Очень вкусно пахнет. Очень вкусно. Парфюмом каким-то цветочным. Блин, класс. Даже такого не пробовала еще мыло. Так, блин, тут такие большие. Я их напоследок оставлю. Давайте вот это. Даже никак не понять. Давайте только смотреть уже скорее. Поняли. Давно не брала это мыло. Мне интересно открыть и посмотреть, поменялся ли у него запах или остался такой же. Потому что хлоя, он мне совершенно не пахнет. Он пахнет мятной жвачкой. Вот какого. Кстати, чуть-чуть поменялся. Он действительно стал пахнуть еловыми вот такими веточками. Класс, люблю хвойное мыло. Спасибо за него. У нас тут уже целая гора мыльная. Что же это у нас? Это, возможно, это же только банная по форме. По форме как раз, что похоже. Сейчас проверим. Да, есть, я угадала. Это же только банная. Как раз они у меня пойдут в дуэтик вместе. Она обычная, беленькая. Я его открывать пока не буду. Упаковка очень красивая. Смотрите, какие они красавчики два. Так, куда же его сюда? Сюда куда-то. У нас осталось два больших пакунка. Ой, знаете что? Я, кажется, знаю, что это. Это, походу, два мылка. Друг, Козик. Сейчас мы это и проверим. Так, с какой стороны тут его... Подковырну так. Так. А, да, это он есть. Он в новой упаковочке, кстати, такой я еще не видела. У нас еще старый продают. Смотрите, какая прелесть. Так же самое пахнет очень вкусно порошком стиральным. Люблю это мыло. Крутяцкое. Вот последний. Видите, что-то в нем такое стучащее. Давайте посмотрим, что же это. Да ладно, что ли? Блин, угадала, классный. Спасибо большое, это очень классный. Один раз у меня такой был.
Один единственный. Смотрите на эту прелесть. Супер сухой, такой крутяцкий. С пупырками. Очень классно. Все вообще, я даже не знаю, что тут круче в этой посылке. Очень порадовали меня все мылки. Спасибо большое. На самом деле, очень щедро, очень щедро. Мы договаривались не такое большое количество. Мне теперь стыдно, что я не так много скинула. Ну, в общем, распаковочку. Саша, вы можете глянуть на ее канале. Я ссылку в описании оставлю. И будем с вами скоро это все мылить видео. Обязательно. Прямо в ближайших все увидите. Спасибо большое еще раз. Это я прям сейчас с утра снимаю. Это мне на весь день подняло настроение. Прям такой заряд энергии. Все, всем пока. Увидимся в следующих видео.